Начинаем обзор номера в отеле «Новотель» Шереметьево. Номер семейный, большой, просторный, а в входной группе большой шкаф с полками. Здесь у нас гладильная доска и утюг, халаты, обогреватель и набор тапочек. Очень приятно, что даже маленькие тапочки тоже есть в наборе. Обычно везде, где бронируем гостиницы, ребенка как-то не учитывают. Далее у нас вот такой кухонный уголок. Здесь чайник, стаканчики, чай, кофе, сливки, сахар, вода. Ниже сейф и холодильник. Есть вот такая табуреточка импровизированная. Так, здесь у нас плоский телевизор. Есть меню из ресторана снизу. Можно заказать еду в номер, либо поесть внизу в ресторане. Вот такая столешница, рабочая зона со стулом. Сбоку удобно спрятаны разъемы под разные провода, чтобы зарядиться. Так, номер семейный, поэтому у нас две кровати, одна большая, и уже нам разложили вот такой вот диван-кровать. У кровати мягкое изголовье, подсветка, также есть прикроватные тумбочки, софиты с обеих сторон. Кондиционер. Плотные шторы. Вид выходит у нас на улицу. Есть номера в этом отеле, которые выходят во внутренний, так скажем, колодец, потому что отель сделан в форме квадрата. Пойдемте посмотрим санузел. Так. Ванная у нас большое зеркало с подсветкой, раковина, набор полотенец, косметические средства. Что очень приятно, отдельный набор детской косметики, шампунь, гель, зубная паста, щетка, фен, душевая кабина с двумя лейками, верхний душ и лейка с гибким шлангом. И унитаз.